«Война и мир». Концерт с таким названием пройдет сегодня ночью в филармонии. Наш симфонический оркестр исполнит особенную программу, посвященную Дню памяти и скорби. Тюменский филармонический даст концерт из цикла «Ночь, музыка, оркестр». Это те выступления, которые проходят поздним вечером. Обычно к 22 часам зрители уже покидают филармонию. Но в эту пятницу в это время все только начнется. В 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны симфонический коллектив исполнит тематическую программу. Камерную симфонию Шостаковича «Памяти жертв фашизма и войны», увертюру 1812 года Чайковского, а также романсы и арии в компании с оперной певицей из Петербурга. После концерта публику ждет общение с дирижером, а за час до начала директор филармонии проведет для зрителей экскурсию по закулисью. Страдающим бессонницей будет чем заняться и в субботу. В космосе тюменцев ждет очень поздняя премьера. Спектакль «Симфония неспокойной ночи». В основе новой работы театра «Ремарка» книга «Непокоя» португальского писателя Фернандо Песоа. Это первая постановка в России. На сцене всего два актера. Они исследуют состояние бессонницы, пограничное между сном и бодрствованием. Начало премьеры в полночь, и зрителям будет не до сна. В воскресенье на площади у технопарка можно будет познакомиться с лучшими достижениями науки. Здесь пройдет «Гикфест». Вы когда-нибудь видели гонки дронов? Приходите и не поверите своим глазам, до чего техника дошла. Одно из центральных событий фестиваля – запуск беспилотного летательного аппарата в стратосферу. «Стратостат» поднимется на высоту 30 тысяч километров. Также в программе роботы, лекции и даже интеллектуальный лабиринт. На этой неделе в нашу афишу попало одно нетюменское мероприятие. По традиции, летом в духовной столице Сибири не менее интересным, чем в областной. В эти выходные в Тобольск непременно стоит отправиться, чтобы посетить фестиваль малых туристических городов. Скажете, звучит не очень интригующе, смею вас разуверить. В Тобольск приедут около 5000 гостей из 12 городов. В программе костюмированное шествие, выступления коллективов и самое интересное – это 5 тематических площадок. Они получили название по именам известных тобольчан. На площадке Алябьев выступят танцоры и музыканты. Зона Менделеев – это 20 научно-технических шоу и 30 познавательных мастер-классов. Арт-площадка Перов – это уличная галерея. Зона Ершов – место уличных спектаклей. Ремезов – гостеприимство. Фестиваль, кстати, пройдет в день рождения Тобольска. Завершится все фейерверком. На этом у меня все. Проведите выходные с пользой.